раз перебор. В тот раз я заказала 3 килограмма баклажанов, мне по 2. О, это лук. Мне по 2 пришло. Сегодня я заказала 3 килограмма баклажанов, и тут у меня целый пакет. Второй уже баклажанов. Что-то они как-то странно. Один раз нормально положит. Видимо, другой раз не нормально. Это перчик красный. Я заказала тоже. Необходимо. Тут что? Свекла. Свекла. Ее открывать не буду. Дальше. Перчатки. Перчатки я заказала, чтобы работать вот с всякими чудовищами морскими. О, у меня тут вот такая вот урюк сушеный, курага называется, курага. Я люблю такую курагу. В Узбекистане, конечно, она вкуснее. Миндаль заказала. Мы в детстве всегда после урюка и абрикоса орешки не выкидывали. Мы их копили, сушили, а потом кололи. Было очень вкусно. Все нам завидовали, что ни у кого не было таких орешков, а у нас были, потому что наша Абика была умна, она всегда заставляла нас собирать. Это миндаль, финики с миндалем. Это просто яйца, я их вообще-то не заказывала, мне 2 пачки есть, какого хера. Так, это заказ на 19 тысяч. О, вот такое чудовище я заказала. Чудовище. Черри. Тут раз черри что-то мне как-то понравились. Я заказала разных видов, потому что вот эту коробку черри я одну заказала в тот день. И за один присест еды я всю ее съела. Поэтому заказала 2. Огурчики. Это тимьян для всяких приготовлений. Это фасоль, я к рыбе заказала ее. Уже устала. Помидоры желтые. Утомилась я прям распаковку не снимать. Лук красный, круглый именно. Знаете, вот этот красный плоский лук, он вообще неудобный. Берите, кинуть там, блин. И капусту заказала. Солить. Солить хочу. 4 аж капусты мне положили. Вот. 3 мелких, а одна такая плюс-минус большая. Вот такая, в общем, у меня распаковка огромная. И внизу еще чудовище лежит на улице. Видите, морковочка. Всякие такие ништячки. Вот. Вот такой фрукт.